Так, у меня к тебе вопрос будет. Запишу. Минут 5-то побудешь? Да. Мне позвонить надо, договориться. Значит, я хотел знать, первый раз, когда блокировали этот в Ютубе, что это было там? Какое обвинение они предъявляли тебе? Так. Мошенничество. Ну, я не знаю, ты знаешь, я же не читал. Да, мошенничество. Какое? Никакое не сказали. А ролик, вроде как, ну, на который жалобы, где вот я собаку ребром по шее бью, вот этот вот, ну, на который вы комментарии давали. А почему потом это, говоришь, вернули назад? А я написал апелляцию, рассмотрите, я, никакого мошенничества там нет. Они пересмотрели и возобновили все. Ну а почему потом опять, что случилось? А второй раз вообще не, без объяснений. Я апелляцию подавал, они мне говорят, апелляцию рассмотрели. Ничего, а вообще никаких, я говорю, за что, что, нет, все удалили. Ну хорошо, тебе то сделали, несправедливо убрали. Но теперь-то они закрывают, когда 2 или 3 замечания в течение 3 месяцев. А у тебя, ну тут они сами свои правила нарушили. Ну, видимо, так. Да как так? Видимо, так. Ну, надо писать в администрации, сколько у тебя там роликов было? Да кто же их считал-то? Ну, много было роликов. Ты никогда не проверял, да? Нет. Много новых аккаунтов создал, сейчас потихонечку заливаю. И жалко, конечно. Но... Ну, а у тебя как-то осталось где-то дубль какой-нибудь? Нет, 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 ничего не осталось. То есть те ролики у тебя совсем пропали? Да. Да. Некоторые какие-то оставили, есть на компьютере, а многие... А ты почему себе нигде их на диске не оставлял? Ну, они для меня ценности никакой не... Значит, ты сильно-то не печалишься? Нет. Ну, ладно. Главное, это, чтобы тебя дух не унывал. Нет. А мне... Ну, нет. Не унывает дух у меня. Если бы там что-то было там такое, там ценное. А ты за эти, которые нам дают там место в Ютубе, за администрацию молишься, нет? Место дают в Ютубе за администрацию. Ну, вот видишь как, а мы все время молимся. Ну, да. Все время молимся. На меня были жалобы где-то там отторгнуты. Одна жалоба была то, что бычка кололи. Момент, когда они поймали его, бычка, когда привязали, это можно. А потом как обдирают, можно. Но момент, когда втыкают нож, нельзя. А я этого не знал. Ну, а вот второй раз они мне даже не объяснили, что за что. И многие там жалуются. Вы мне объясните, за что, чтобы я больше не нарушал. Без объяснений. Вот такое вот у них. У нас-то у них много, но все равно жалко. Вот. То есть старал. И которая тогда, помнишь, я тебе там писал, это тоже пропало? Да, да. Почему ты себе нигде не оставляешь? Это непонятно где-то. Я почему-то был уверен, что все это... А вот которое ты мне переслал, вот это с Василием, у меня стоят, у нас все это на дисках. И кроме того, сейчас Испания послали 1000 евро, 1000. Да, это правильно. И чтобы там в Испании это хранилось, и в случае чего, значит, открывают новый сайт уже там, другое государство. 1000 евро переслали, это скопировали, нет? Все скопировано. Все скопировано, да. Уже отослали туда? Да, все готово, уже упаковано. Кажется, уже послали. Люди-то нуждаются в этом, даже не знаешь, сегодня вот я большой ролик поставил, больше часа, о том, что бы я сделал, будучи патриархом или президентом. Это как бы программа сегодняшним патриарху и президентом. И вторая, это сейчас вот, видел у меня, какие ролики стоят, что там американец-то, 14 ребятишек. Да. Сегодня опять, во-первых, с ним разговаривал один из наших близких людей, и по-английски он ему там подбирал слова, и переговорили много. Оказывается, у них там, где они на Миссури живут, ну, где-то в деревне далеко, у них ни скайпа, ничего нету. Я до того удивился. Я посылаю туда, говорю, перешлите ему, а со мной беседует Лидия, которая там в Нью-Йорке живет. Близкий человек к нам. И она с ними разговаривала, говорит, у них ничего нет этого. Как же так? Они могут здесь у нас до весны появиться. Они уже купили землю здесь, где-то в Калманском микрорайоне, Залесовском. Какой-то посредник, без гражданства, я не знаю, как это земля. Понятия я считаю, сначала гражданство надо получить. Понятия не имею. Ну, значит, так, ты все, уже писать больше им не будешь, да? А я что уже, они мне ясно, четко дали понять, что... Ну, главное, что ты не унываешь, вот это самое главное. Молиться надо за них.
И Господь как-то все сделает. Ладно, я нужен еще, нет? Нет. Набрал? Да. Визиток-то еще есть они? Есть. Есть, ну слава Богу. Ну что, с Богом. Спаси Христос, веди занятия сегодня. Да, я сейчас позвоню этой женщине. Договоримся, что она сюда заедет. Ладно, тогда благодарю.